Давайте вместе порадуемся солнцу и хорошему летнему, практически летнему настроению, потому что на улице весна заканчивается, наступает лето. Естественно, большое желание людей ездить комфортно вполне реализуемо, потому что есть возможность купить недорогую качественную автомобильную резину, причем импортную автомобильную резину. Автоград не занимается отечественной авторезиной. Ну, точнее, не занимался, пока не появились заводы Nokian. И вот сюда мы приехали, советская 160, Вианор. И сегодня мы откроем вам вот такую еще приятную особенность. Автоград принимает вашу резину на ответ хранения. Ну, согласитесь, качественно, классно и удобно. В чем суть ответ хранения? Вы приезжаете на шиномонтаж Вианор, ставите себе летнюю резину, лучше с дисками, и прямо тут под расписку оставляете зимнюю. Затем уже в преддверии зимнего сезона, предварительно созвонившись, в оговоренные сроки приезжаете на шиномонтаж. И все. Не надо тягать колеса, не надо искать склад. Ответ хранения – это не гламурный кич и не мода. Это разумный выбор надежности и ответственного подхода к авторезине. Теперь про то, как можно экономить с шинным центром Вианор. Да, экономика заставила сейчас людей выйти на улицы. То есть меньше понтов, больше дела. И, соответственно, строители сейчас поехали вот куда-то из стройцентров. Но знаете почему? Потому что надо же выживать, а не платить аренду. Вот, Автоград, при этом, при всем, ну, естественно, торгуя автомобильной колбасой, то есть продуктами питания, в данном случае авторезиной, умудряется сохранять очень-очень привлекательные цены. И поэтому ваш автомобиль, который ездит на колесах на 15, может обуться и за 2100 рублей на колесо. Сколько живет автомобильная резина? Ответ на вопрос кроется в вашем стиле вождения и привычках. Любите по рыбалкам гонять 2 сезона? Активно эксплуатируете авто 3. Отдельные товарищи могут протянуть и 5. Но это либо те, кто не ездит совсем, либо тот, кто имеет и не одну, и не две, и не три машины. Кстати, лысая резина – это в дождь та же летняя, на гололеде. Улететь 3 секунды. Ну и с радостной вестью вам, друзья. Кредиты стали дешевле, естественно. Кредиты стали законнее, естественно. А мало того, высший арбитражный суд, президиум высшего арбитражного суда вам такую поблажку сделал. Значит, если по прежним кредитам, значит, вы обязаны были платить комиссию за открытие расчетно-кассового, в смысле, счета и расчетно-кассовое обслуживание, то незаконно, поэтому идите, пожалуйста, и штрафуйте банки. Ну ладно, сегодня мы банки не будем штрафовать, мы славу банкам споем. Типа. Вот, Автоград работает с банками, и автомобильную резину, вот, кстати, вот ее-то можно в себе в кредит купить. Потому что, ну, даже самый дорогой комплект, я думаю, что тот, кто покупает колеса на 20, тот как бы в кредит-то не берет резину. А вот, допустим, ну, комплект на 14. 4 колеса вам обойдется примерно 12 тысяч рублей. Срочно берите кредит. Не переплатите ничего. Каждый, кто хоть раз заезжал в Автоград, а это 100% жителей Магнитогорска и многие гости понимают. Здесь только новинки. Только свежая авторезина, только модные диски и только надежная продукция. Всероссийская экономия в смысле поиска халявы – это никак не высококачественная авторезина. Да, есть на рынке и омская, и московская, и камская, и новосибирская. Но опыт эксплуатации показывает – продукция Nokian, Michelin и Bridgestone – продукция мировых лидеров вне конкуренции. И в итоге – экономика подсказывает – скупой реально платит дважды и переплачивает. Умный и расчетливый едет в Автоград. Хотите дельный совет от Автограда? Ну, совет первый. Кому отдать ваше колесо на шиномонтаж? Естественно, профессионал, потому что ваша покрышка может долго и не прожить, если кто-то очень хорошо монтировкой дернет. Все, корду порвали основную несущую, и это уже не ремонт. Совет номер два от Автограда. Купите себе в конце концов комплект дисков, потому что, ну вот, допустим, замечательные скадовские, то есть красноярские диски, они стоят и все ничего, гораздо дешевле, чем автомобильная резина. Но есть другие варианты, тоже можно выбрать. И в любом случае это, по-моему, дешевле даже. Вот, ну, на Сангьянг резина 5200, диск 4800. Думайте. И совет номер три. Не парьтесь все-таки, оставляйте резину в Автограде на ответ хранения. Всего за сезон, за 6 месяцев, натикает, ну, максимум 1200 рублей. И при этом, когда вы приедете в следующий раз, ну, когда наступит время переобуваться, никаких проблем не возникнет.
любимый Автоград поднимет вашу машину, поставит ваши колеса и все. Катайтесь и не парьтесь.